Сань, куда нам? Где-нибудь там где? Ну давай сюда, давайте сюда. Просто давай вот сюда. Такие больше именно ровных лосах. Да, 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 я согласен, да. А мы там были, Сань, нет? Тут как бы наверх очень быстро. Сань, нам чтобы палатку видно не было, понимаешь? Да и это фигня, я тебе только сказал, чтобы не жгли. Ни в коем случае не жгли ничего, и все. Нормально. Ну хорошо. Я уже переговорил здесь уже чем 10, наверное. Нормально. Ребят, только не спите. Вот здесь мы собираем. Ну и все. Там, кстати, кто-то отдыхает уже, Сань. Ну, ну здесь, ну туда поставим, подальше. Здесь, я думаю, что ночью уйдут. Да? Я думаю, что ночью уйдут, да. А нам какая разница-то? Так, чисто днем. Они днем пришли, они... Да, да, они на день, да, пока солнышко есть. Они загораются. Ну, все нормально. Играют что-то там, во что-то. А там народ много. Много народу там? Конечно, весь пляж. А сколько? Ну, сбоку там, везде. Может, дальше куда? А мы посередине же будем, Сань? А? Где мы будем? Ну, сейчас решим, подожди. Где народ? Да везде народ, справа, слева. Там, где надо, везде народ. На скалах ты не ставишь палатку. Слева и справа, все. Спасибо тебе. Молодец, Сань, хорошо. А что? Как ты? Да шикарно. Что лазишь на поверхность там? Так вот я тебя прощу. Неправильно вы сделали все. Ну, гениально, Сань. Купаться будем. Палатку будем тоже ставить, участвовать. Что я думаю, все именно поставим. Все, сейчас сложим только в тени сделаем вот. Найдем сейчас к ним. Да? Да, вино, воду туда. Пока воду отнесу, потом мы ее опустим. Придумаем. Хорошо.